Всем привет! У нас после ливня жара настала. 35 градусов, по-моему. Очень жарко, из бассейна просто не вылазим. Сейчас ополоснемся маленько, покупаемся. И по плану у нас индейка с картошкой сегодня. Филе индейки с красного мяса и картошка. Стёп, ты будешь купаться? Кстати, купила вот такую накидочку, чтобы на купальник надевать и ходить. Очень красиво, мне кажется. Кстати, давайте посмотрим на наш домик. Вот это наша кухонка. Здесь мы готовим, когда холодно или весной. Микроволновка есть, плитка. Досталось нам, кстати, от старых хозяев, они стали забирать. Вот это... Здесь вот мама со Стёпой ночевали сегодня, и сегодня еще останутся. Телевизор купили, но не работает. Антенну взяли, она что-то тоже не это. Вот такой комодик. Даже есть зеркальце. Я одела шляпу, потому что забыла нанести солнцезащитный крем. И хотя бы буду шляпой немножко прикрываться. Сегодня у нас картошка, как я говорила, с индейкой. Индейка именно красное мясо. Оно с жирком, поэтому оно не сухое. Вкусное, нежное, жирненькое. Пока у нас гарнир всегда картошка. Сейчас пойдут кабачки, баклажаны. Будем добавлять кабачки и баклажаны. Ну, а вкуснее картошки, гарнира, мне кажется, нет ничего. Ни гречка, ни рис. Кстати, картошечку нам дали знакомые, добрые люди. Три сеточки дали нам бесплатно. Но она прошлогодняя. Она, конечно, не молодая, но... Мы этому рады, спасибо большое. Вот сейчас приготовим первый обед из этой картошечки. Так, мы что, картошечку почистили? Нарежем ее кругляшками. Не толсто, чтобы пропеклась. Вот и так все знают. Добавляем майонезик. Не солим мы ничего. Почему? Потому что в майонезе и так есть соль. Поэтому остатки майонеза. Остатки было роскоши. Размешиваем. Выкладываем на противень. Кстати, сегодня мы не будем готовить тандыри. Очень жарко. Поэтому вот это все разжигать, стоять над этим костром. И так тяжело. Выкладываем на противень. Противень тоже мы маслом не сдабриваем. Слишком жирно будет. Вот так майонез. Мы, конечно, не исследуем прям 100% правильное питание, но стараемся немножечко, да, потому что мы все склонны к полноте, что я, что мама. И хоть маленько, но соблюдаем правила. Так, пока сюда отставим. Сейчас у нас в ход пойдет лучок. Решила добавить лучок. Мне нравится запеченный лук. Он и сок дает. Ну и сам по себе вкусный.
добрались вот до мяса. Вот такой кусок филе индейки красного мяса вышел в 650 рублей. Что много воды налила. Помоем предварительно, да? И будем резать. Печку тоже заливаем майонезиком. Заливаем. Не видно там. На противень. Хватит на сегодня и на завтра. Будет у нас. Все поставили. Что у нас здесь получилось? 240 градусов. Ну, поставили на 60 минут, будем смотреть, если будет раньше, то будет раньше. Ну, а пока готовится обед, ну, или уже ужин, потому что пока приготовится, да, это уже будет полседьмого вечера, я пойду искупаюсь. Тарелочки, конечно, никуда. Это помидорчики, огурчики. Немножко посолим. Петрушечка. Укропчик. И лучок. Порежем его. Лук уже крупный. Порежем. Вот так положим. Скоро будем садиться ужинать. Мы покупались, приготовили овощную тарелочку, и сейчас будем вынимать из духовки наше шикарнейшее блюдо. Так, ну вот что у нас получилось. Так вот зажарилась индейка, картошечка мягкая. Сейчас будем пробовать. Так, ну а теперь мы попробуем. Ну, майонез все-таки не дал столько соли. Можно еще сверху посолить. Потому что не очень солено. Все, принеси соль. Сверху посолим. Кстати, что у нас тут с газончиком? Смотрите, прорастает клевер. Я думаю, что он потом еще расползется. И... конечно, не везде взошло. Вот здесь и вот здесь зашел, здесь.